К другим темам. В республике состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии. Главным вопросом повестки стало противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Важное место в системе профилактики экстремистских проявлений отводится деятельности молодежных общественных объединений. В Чувашии их зарегистрировано 57 и еще более 2500 незарегистрированных. В последние годы широкое распространение получила волонтерская деятельность. Наиболее успешным добровольческим проектом, на наш взгляд, является школа волонтеров, спортивное волонтерство. И об этом свидетельствует недавний форум России спортивной державы, проведенный на территории Чувашской республики 9-11 октября. И здесь участвовало около 1000 волонтеров, приняли самое активное участие. Это говорит о том, что, несмотря на разные взгляды, разные вероисповедания, молодежь объединяется в реализации общественно значимых проектов. Проблемой остается тяга молодежи к неформальным объединениям и вытекающие из этого сложности. Для снижения деструктивного потенциала молодежных субкультур в республике проводится фестиваль альтернативных культур «СОК». Министр образования Владимир Иванов предложил приурочить его ко Дню молодежи 27 июня и придать ему статус окружного мероприятия. Я думаю, что это поддерживается. Я в установленном порядке направлю в аппарат полномочных представителей для того, чтобы это было поддержано. Но я все действительно одобряю, это нужная вещь. Тем более уже проводится, просто, может быть, формат сделать уже такой реально кружной. Молодые люди также задействованы и в трудовых бригадах. В этом году создано более 20 бригад. Около 600 человек работают проводниками во время каникул на железнодорожном транспорте и в загородных лагерях. Сформировано 5 строительных отрядов. Но в Чувашской республике, к сожалению, таких отрядов, к сожалению, мало. Вот мы ставим задачу. Процент низкий. Процент низкий. Равно низкий. Согласен. Надо вовлекать, ибо дефицит в рабочей силе есть. Соблюдая все нормы безопасности, людей надо приучать трудиться. Совершенно верно. Чтобы они с молодых лет любили труд, не сидели на шее родителей. Вот мы вчера же обсуждали, допустим, да, 50% молодежи, которые потребляют разные спайсы, они сегодня нигде не трудятся, хотя в трудоспособном возрасте. В вопросах антитеррористической направленности важно наладить эффективное межведомственное взаимодействие для оперативного обмена информацией. Михаил Игнатьев призвал членов комиссии держать ситуацию в республике на постоянном контроле. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.